сейчас ребята за несколько секунд исполнят несколько простых заданий. Ну и, конечно же, для своих родителей в первую очередь и для всех присутствующих гостей. Задание номер один. Слушаем его внимательно. Оно очень простое, на разминочку, понятное дело, нужно немножечко размяться. За 5 секунд постройтесь по цвету волос. Вот здесь самый темный, там самый светлый, друзья. За 5 секунд поехали. 5, 4. Быстрее, быстрее. 3. 2. 1. И 0. Вот здесь у нас самый темный, там самый светлый. Проверяем. У меня один вопрос к дяде Денису. У меня есть вопрос к дяде Денису. А у кого спросить, как было раньше? Черный, да? Ну, я тогда думаю, что можно и сюда перевести. Хотя нет, ну, как говорят, самый лысый, самый светлый. Вот так говорят, да? Так что можно даже вот туда встать, да? А, мама, папа, проверяйте, все ли правильно? Вот здесь самый темный, там самый светлый. Все правильно? Да. Ну да, давайте нам поаплодируем, с первым заданием справились. Итак, задание номер два. Этим заданием мы сразу же невероятно поднимаем планку сложности. Просто задираем ее до небес. Сейчас будет невероятно сложно. Тоже за 5 секунд. Не, раздеваться пока рано, Сергей. Пока рано. Ну идите у вас, я скажу. Говорю, что, раздеваться стали? Ну, так вот. Итак, друзья мои, за 5 секунд построиться, но уже не по цвету волос, а не по росту, не угадали, а по длине носа, друзья. Вот здесь самый длинный, там самый короткий. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1 и 0. Если можно, можно вот так подбородочки немножко чуть-чуть. Мужчины. Но мне кажется, стоит закрыть собой. Проходите вот сюда. Вам вот сюда. Я посмотрел со стороны, вам все-таки вот сюда, да, мужчина. Вот, вы нормально, все хорошо. Итак, со вторым заданием, я так понимаю, тоже справились. Тоже на ура справились, поэтому вновь аплодисменты. Давайте все друг друга поддерживаем. Итак. Задание под номером 3. Вновь облегчаем вам участь, понятное дело, чтобы не перетруждаться в самом начале вечера. Ну да, чтобы волнами идем. Друзья мои, построиться по месяцам рождения. Внимание, в обратную сторону. Вот здесь декабрь, там январь. Поехали, от декабря к январю. 5, 4, 3, 2, 1. И 0. Внимание, друзья. Я повторяю, что вот здесь был декабрь, там у нас январь. Мы строимся в обратную сторону. Проверяем. Ноябрь. Вот тут, друзья, внимание. Первое слово грудничка. Не мама, не папа. Ноябрь. Нормальный грудничок, такой продвинутый, да? Продолжаем. Март. То есть, по вашей логике, все дальше раньше марта, да? Июль. Вот, да, вот вам вот сюда, я понял. Он трещит и показывает мне третий месяц, то есть март. Я понял. Март. Февраль. Аплодисменты, и с этим знанием тоже справились. Конечно же, не без косячков, но справились. Итак, ну и заключительное наше задание. Долго вас мучить я, конечно же, не буду. Сейчас задание творческое, поистине творческое. За 10 уже секунд мы удлиняем время. Нужно построиться в некую такую картину любви. Сейчас объясню. Не удивляйтесь. Из рук сложить сердечко всем вместе. Что-то вот такое, чтобы на вашем фоне можно было сфотографироваться вашим родителям, друзья. За 10 секунд. Поехали. 10. Сердечко руками сложить или что-нибудь еще. 9. 8. Что-нибудь красивое такое. 7. 6. Мы готовы! Все уже, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Зафиксируйте. Мама, папа, можно вас пригласить вот к вашим детишкам? Они тут зафиксировали отличную картину любви специально для вас.
Проходите внутрь этого сердечка, берите грудничков на руки, они уже заждались. Нет, конечно, не надо, давайте побережем спину отца. Итак, друзья, общее семейное фото, друзья мои, спустя 7 лет. Вот они, наши новые молодожены со своими любимыми детишками. Их у них целых 7 штук. Друзья, давайте поаплодируем всем нашим участникам, естественно. Заставили. Друзья, спасибо всем огромное. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.